У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины. Привет, ребята! Снова с вами я, Ирина Туманова. Рада приветствовать вас в моем добром доме. Как всегда, несколько добрых слов, добрых песен, добрых стихов и добрых советов. Ребят, сегодня с нами опять моя книжка «Раз, два, три песенки». В прошлых передачах нашими героями были ежик и мышка. А сегодня у нас в гостях хлебная корочка. Ребята, в нашей песенке корочка валялась под столом, и ее съел ежик. А знаете ли вы, что хлеб – наше богатство, и к нему надо относиться с уважением? Да, а что же у нас в нашем волшебном чемодане? Открою вам секрет. Мой любимый герой в этой песенке – ежик. Именно он и съел нашу корочку хлеба. А приехал он очень много лет назад из Германии. Представляете, моя песенка про ежика стала такая популярная, что ее даже уже перевели на немецкий язык ребята из города Штутгарта. Поют, позвали меня в гости. И сейчас мы это услышим. С вами прощаюсь. До новых встреч в эфире интернета. Смотрите передачу «Добрый дом» на моем канале YouTube. Auf Wiedersehen. О, это я, ежик. До свидания. До свидания. У Тумановой дом, добрый дом, в доме том. Песни, книги, сказки и картины. И ребятам не лень проводить целый день в добром доме у Тумановой Ирины.